В общем, ребят, это чашка, короче, это шило. Берем табак. В общем, Нихуя открываем, себе. забиваем. Все. Все. Buenos dias, amigos! Это 25-й выпуск на канале Мистер Смок. И сегодня мы поговорим о табаке года Blackburn. Погнали! Ну что, ребята, сегодня поговорим о табаке Blackburn. Blackburn начал производство где-то в 18-19 году. В Баку он появился в конце 19-го, начало 20-го года. Что это такое? В Баку он появился не только Blackburn, был также и еще обычный Burn, то есть его легкая линейка, которая делалась из Вирджинии. Burn был, так скажем, может быть, не знаю, неудачным экспериментом, но для меня это был просто ужас. То есть я не полюбил этот табак, то есть его легкую линейку Burn, хоть мне говорили, там есть пару вкусов, хороших, все такое, нет, я понял, что это не мое. Не из-за того, что он легкий, просто, ребят, вкусы были просто отвратные. Баку сейчас Burn не продается. Опять-таки, это легкая линейка. Есть только Blackburn. Blackburn умеренно крепкая линейка. Так скажем. Если сравнивать Blackburn и обычный Burn, ребят, это небо и земля. Очень большая разница. То есть, если сравнивать его вкус, его аромку, его употребление в миксах и так далее, не только в миксах, то есть и во время курения и так далее, во время экспериментов всяких миксов с другими производителями, то обычный Burn, ребята, это просто ужас. То есть я о нем много не хочу говорить, я даже не знаю, его до сих пор производят или нет, у меня вообще нет информации, потому что я не узнавал, мне это не интересно. Сегодня мы будем говорить только о Blackburn, ребят. Почему я ранее назвал, что это табак года? Потому что реально, ребят, Blackburn завоевал на Hook Club Show табак года. Это было в 21 году и в 22 году. 2 года подряд на Hook Club Show. Если вы не знаете, что такое Hook Club Show, ребята, YouTube есть, пишите, узнавайте. Очень интересный фестиваль кальянный, который проводится ежегодно. В общем, ребят, что я скажу об этом табаке? Я его очень люблю. Это один из моих самых любимых табаков. То есть не самый любимый, а один из самых любимых табаков. Ну, сейчас скажете, а какие табаки ты еще любишь? Окей. Это Blackburn, элемент Must Have, Tangiers, Fumari, элемент линейка вода. В общем, ребят, что я скажу по вкусам? По вкусам их очень много. То есть это разные линейки, это ягоды, это десертность, это алкогольные вкусы, это кислые вкусы. Кислые вкусы подразумеваются не только просто там кислая малина, обычная малина, ты куришь ее, и на вкус она кислая. Есть у них отдельная линейка, которая называется шоковая линейка. Шоковая линейка представляет только кислые вкусы, ребят. Там очень много разных кислых вкусов. Есть, допустим, ананас, есть шоковая линейка, кислый ананас. Ну, это к примеру, ребят. Очень вкусно, очень ярко. Кто не пробовал, ребят, советую вам. Пробуйте. Насчет крепости. Умеренно крепкий. Если сравнить его с must-have, чуть выше, чем масса. То есть на 1 балл, если по 10-бальной шкале считать, у кого как считать, то есть если, допустим, масса на 5-6, то Blackburn будет где-то на максимум на 7. То есть опять-таки все зависит от вашей забивки. Если вы забиваете в касание, вкус будет более насыщенный, более яркий и так далее. То есть то же самое, что я говорю в каждом обзоре. А теперь, ребят, давайте перейдем к забивке. Сегодня мы будем забивать опять по традиции, по рекомендациям самого производителя. Мы заходим в Инстаграм Blackburn и смотрим, как забивать Blackburn на какую-либо чашу. Сегодня у нас чаша будет, опять-таки, по традиции, это чаша турка от Mr. Smoke Lounge. Все это делается на заводе Космобол. Обычная турка. На ней сегодня забьем. Почему? Потому что турку я очень люблю. То есть из всех моих любимых чашек турка, я считаю, что для меня самая оптимальная, самая лучшая. То есть опять-таки смотрите, какой у вас табак. Ну а опять-таки есть табаки, которые хорошо курятся на фанале. Ну, у каждого свой вкус. Значит так, перейдем к забивке. Рекомендации. Здесь мы не будем искать, как в прошлом обзоре, который у нас был на must-have. Там мы выбрали две забивки от производителя в Инстаграме и проверили, хорошо или это не очень. То есть вот как-то так. Это было на фанале и на турке.
Натурки мне не понравилось, потому что микс был не очень удачный. То есть было неплохо, но не прям шикарно. Здесь мы не будем делать какие-то миксы от производителя, мы просто возьмем рекомендации, как забивать. Миксы мы сделаем уже сами. У нас есть куча Blackburn. Будем по традиции забивать на углях от компании Crown. Это 25 угли. И проверим, как все это курится. Значит так, ребят. Тщательно перемешивайте содержимое пачки. Окей. Для более крепкого и насыщенного вкуса рекомендуем использовать чаши типа турка. Есть. Или убивашка. Забивать нужно пушисто, в легкое касание, прогрев на холодном коллауде. На 3-4-25 углях без колпака. Окей, это мы сделаем. Так, при используем фанал и турка. На фанале легкое касание, пушисто. На турке пушисто, с небольшим отступом для избежания касания. Прогрев на холодном коллауде на 3-4 углях 25 без колпака. Окей. В общем, опять-таки, ребят, логично. Если хотите более насыщенный, крепкий вкус, мы забиваем в касание. На 3-4 углях разогреваем, на 3 курим. Окей, это понятно. Если хотите прям мягкий вкус, делаем в отступ, ну там 2-3, не сказать, 4 миллиметра, нет, 2-3 миллиметра хватит. Это будет, думаю, достаточно. Выберем какой-нибудь кислый вкус. Кислый вкус. Это будет вишня. Очень вкусно. Это на чили от Джигана. Маракуйский сок. И Малибу. Малибу у нас будет, это леденец Малибу. С ароматом леденец Малибу. Я не знаю, что это такое, но курил очень вкусно. На чили от Джигана, это с ароматом тропический сок, но очень дает вкус маракуйя. И кислая вишня. Как я говорил, линейка Шок. Шоковая линейка, то есть кислые вкусы. Все, ребят, переходим к забивке. И, как я и сказал, мы забиваем Малибу. Это леденец Малибу. Дальше у нас на чили это тропический сок, маракуйя и шок черри, кислая вишня. Перед тем, как забить, хочу дать небольшую информацию о том, что Blackburn выпускает фасовку в 200 грамм. Вот как они выглядят. Это вот так. Есть также у нас 100-граммовые такие шайбы. И также у нас есть 25-граммовые. 25-граммовые, сразу понятно, что или же на эксперимент, то есть попробовать вкус для дома или для заведения, перед тем, как покупать его. Или же просто на покур, на одну забивку полностью вам хватит, ребят. Но для заведения советую вам покупать 200-граммовые. Для дома оптимальный вариант, опять-таки, или 200 грамм, или 100 грамм, смотря какой вкус вы больше всего любите курить. Если вы любите определенный вкус, часто его курите, пожалуйста, выгоднее купить 200 грамм. 200 грамм у нас в Баку стоит, если я не ошибаюсь, 35 манат. 100-граммовая баночка, это у нас где-то 20 манат. Но, так скажу, 25 граммов давно нету, их нет смысла привозить. Опять-таки, это уже невыгодно. Значит так, ребят, мы что сделаем? Возьмем в равные пропорции. Blackburn, который сделан из Toasted Burley. Я сам не знал, что это такое Toasted, загуглил. Там вышел такой непонятно крученый табак. Возможно, вы по вот таким палочкам можете увидеть, что вот это все крученый табак. То есть это все курица, и все это не страшно. Значит так, мы забили что? Шок черри. Все это будем курить в касание. Конечно же, мы оставим по традиции колодец для такой легкой тяги. Так, следующая у нас забивка. Что у нас? На чили тропический сок. Это у нас маракуйя. У Blackburn тоже есть обычная маракуйя. Называется настоящая маракуйя. Она тоже очень вкусная. Но не знаю, почему на чили мне понравилось больше. В общем, как-то так. Хотя мне ее очень хвалили. То есть она тоже вкусная. То есть она неплохая, она хорошая. Она тоже считается одна из топов из маракуйи вообще на рынке, которые есть. Но опять-таки, что-то на чили мне больше понравилось. Вот так скажем, коллаборация с Джиганом мне банан суфле не очень понравилась.
Я очень люблю десертные вкусы, но я вам так скажу, банановое суфле, вот оно, кстати, вот. Ну, так себе, мне не очень. Но есть клиенты у нас, мистер Смоук Лаунджи, наши коленные, которые банановое суфле очень любят. Опять-таки, у каждого свой вкус, и критиковать я не имею права ничего. Почему? Потому что я просто говорю о своем обычном субъективном мнении. В общем, так, ребят, как я сказал, это у нас бёрли. Тщательно перемешиваем. Всегда перемешиваем. Сока предостаточно, вот как вы видите. Вот все это блестит. Это очень хорошо. Вот, опять-таки, тостед бёрли. Все это курица, это все не страшно. Если вам неприятно, как-то некомфортно, можете сложить их вниз. Ничего страшного тут не будет. Вот так, пушисто забили. Не трамбуем все это. И слегка подровняем. Вот, ребят. Оставляем колодец. Ребят, касание есть, колодец есть, пушистая забивка есть. Поставим угли, покурим и посмотрим, как получился у нас микс. Чаша уже прогрелась. Здесь у нас что? Blackburn. Леденцы Malibu. Вишня из шоковой линейки, кислая вишня. И на чили от Джигана тропический сок, то есть маракуйя. По иронии, кальян года, чашка года, табак года, угли года. Краун, ребят, погнали. Честно скажу, микс получился удачным. Крепость ощущается, судя по мне, может, видите, так скажем, пушистая забивка в касании, ребят. Опять-таки, если вы хотите покурить покрепче и более насыщенно, это самый раз для вас, ребят. Очень вкусно. Опять-таки, как я сказал, умеренно крепкий Blackburn. Чуть выше must-have. Опять-таки, если вы курили must-have, значит, что Blackburn чуть крепче. Если вы хотите что-то найти для себя новое и покурить что-то покрепче, но прям не убиться, ребят, Blackburn самый раз для вас. Как обычно, угли от крауна ведут себя нормально. Все окей. Не перегрето. Вкус не меняется. Запаха нет. Головной боли тоже. Опять-таки, понятно, что современные производители делают и так, помимо вкусов хороших, и дымный продукт. То есть это обязательно, ребят. То есть если кальян не дымит, то это уже не табак, ребят, опять-таки. В общем, ребят, что сказать? Как я и сказал, один из любимых моих табаков Blackburn. Если вы его не пробовали, обязательно попробуйте. У нас мистер Смок Ланч, его полно. То есть можете выбрать на любой вкус. Кислый, не кислый, сладкий. Все есть, понимаете, ребят? Приходите, пробуйте, вы будете очень довольны. На этом все, ребят. Adios, amigos.